Thank you.
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 народной никарагуанской музыки сегодня не смогла прийти. Поэтому у вас в гостях был оркестр интуитивной музыки, как всегда в нетрадиционном составе, с очень даже традиционными людьми. Александр Фагот Александр. Александр Саксофон Алёша. Евгений Гитара Зайцев. Несменный руководитель. Я сегодня утром из Екатеринбурга. Потому они, слушай, они там классно так говорят. Ну что, мы еще не знаем, мы, может, пойдемте ли на концерт? И наш прекрасный сегодня циркус, синема-циркус. А где? А ты наши девочки. Девочки. Ау. Это мы сегодня вот первый раз с ними так. Я думаю, что мы продолжим наш опыт. Александр за тебя. Записали, и скоро видео выйдет в кефир. Ну все. Всего доброго. 22-го у нас будет с Александром вечер конголезской песни и пляски «Дача на Покровке». Давно мы не пели его замечательные песни, мы их исполним на каком языке? Ну, посмотрим, какой пакет. 25-го у нас будет вечер полная медитация, там просто, где у нас будет, в открытом мире, да, в закрытом чайном клубе, вот, и, собственно говоря, 29-го,
кто будет в Самаре, приходите в Самару. 2 июля, кто будет в Новосибирске, приходите в Новосибирск. А с 12 по 18 на Славянском базаре мы будем так базарить. В Витебске, в городе, так что приезжайте. А еще 26-го будет Международный день йоги. Йоги, да. Где будет много людей. Йога, йога, йога. Да, будут сиёжить, как в тумане. Поэтому да, мы будем там тоже. Там будем играть на второй сцене, возле парка Музеон. Вторая сцена, 4-й парк, 8-й поворот. Итого получается 2, 4, 8, 14, 1, 4, 5. Хорошая цифра. Ну, на этой радостной ноте. О, наконец-то пошло.